5-й русский митап, традиционное мероприятие для Дальневосточного федерального университета. Здесь собираются наши студенты, специалисты IT-отрасли, обмениваются опытом. И нам очень важно, чтобы студенты чувствовали свою связь с будущими работодателями, понимали, какие навыки им уже сейчас нужны. А для преподавателей и сотрудников университета важно понять, а что требует индустрия в подготовке специалистов. Да? И вот на основании всех этих дискуссий мы меняем свои образовательные программы, подключаем партнеров к образовательным программам, реализуем совместные проекты. Митап стал одной из основ создания в университете Института математики и компьютерных технологий, когда мы сконцентрировали всех айтишников в одной единой структуре, чтобы они единым фронтом работали на благо цифровизации Дальнего Востока и всей страны. Сегодняшнее мероприятие для каждого участника форума дает возможность поучаствовать в мастер-классах и получить знания о стратегии и подходах, которые связаны с цифровизацией, и обрести практические навыки, которые пригодятся для решения ежедневных задач. Мы в рамках форума подготовили несколько обзорных материалов, которые дают представление о визуализации данных, спроектировали мастер-класс, на котором прорабатываем полностью проект от присоединения к данным, получения визуализации, создания интерактивных отчетов и возможности создать свой цифровой продукт, которым можно поделиться со своей аудиторией. В рамках нынешнего митапа у нас очень сильный трек по игровой индустрии, да, как она может взаимодействовать с университетами, потому что сейчас эта отрасль сильно растет, нуждается в кадрах. Здесь еще много представителей других вузов со всей страны. И я надеюсь, что наш митап станет отправной точкой в привлечении внимания университетов вот именно к этой отрасли, к разработке компьютерных игр в Российской Федерации. Мы здесь сегодня для того, чтобы поговорить про образование и образование прежде всего в геймдеве. Молодая компания, нам всего 4 месяца, и с очень быстрым ростом начали упираться в то, что кадров не так, чтобы много. За них идет прям большая борьба и конкуренция. И вот здесь мы все вместе с коллегами из индустрии будем обсуждать, как нам сделать так, чтобы эти кадры начали появляться прямо из университета. Русский митап – классное мероприятие для молодых ребят, которые пока еще не знают, не определились с тем, чем они хотят заниматься, но очень любят компьютерные игры и вообще компьютерные технологии. Всегда любая компания в поиске молодых, ценных ребят, которые будут с горящими глазами делать то, что они делают, любить это дело, создавать компьютерные игры, будь это звуковой дизайн, будь это гейм-дизайн. Самое главное – найти этих ребят. И данная платформа, данная площадка – лучшее место для этого. Надо пользоваться случаем. Приходите знакомиться.